Как быстро, дешево и в соответствии с законодательством развесить национальные флаги в своем дворе? Для этого нам понадобится дом, две штуки, точнее окна квартир, сосед, три человека, флаг от 1 до 10, веревка, две штуки. Использовать флаги можно любых размеров, но для экономии средств мы рекомендуем флаг из спанбонда размером 1,6 на 1 метр с покраской из баллончика. Для этого уже нарезанный спанбонд складываем и красим в верхнюю сторону. Тут важно понимать, что стоимость такого флага не превышает 2 рубля. Далее, дома можно пристеплерить уже готовый флаг к куску небольшой веревки. Это нужно для того, чтобы не тратить время на земле. Количество вы выбираете сами. В итоге у нас получается вот такой вот реквизит. Для растяжки мы рекомендуем вот такую нейлоновую нить, 100 метров. Стоимость где-то от рубля 20 до рубля с половиной за катушку. Берем кончик внутри, так будет легче. Привязываем пустую бутылочку и наливаем чуть-чуть воды. Привязываем и выкидываем в нужное место. Человек на земле просто связывает ваш конец веревки с концом от флага. И дальше две квартиры его просто натягивают. Крепить можно к батарее или к оконной ручке. Вот и все. Вся операция завершена. Красивый флаг в воздухе. Ура! Очень важно, что стоимость растяжки с одним флагом 4-5 рублей. Время на навеску 3-5 минут. А теперь вишенка на торте. Данная растяжка не попадает под статью 21.13, так как не портит вид фасада здания. Она висит над землей. За все время не составлено ни одного протокола за навеску флагов на жителей квартир Каскада. 5 рублей и 5 минут. А сколько времени и сил уйдет у вашей администрации? Действуй! Прямо сейчас!